22 февраля жителей и гостей города ждет кулинарный сюрприз. Уникальную двухметровую масленицу из блинов весом более 100 килограммов соорудят в Вологде. Подробности далее. Украшением кулинарного чуда станут кондитерские изделия и пряники. Специалисты уже подсчитали, поварам для кулинарного подарка понадобится 118 литров молока, 240 штук яиц, 4 килограмма сахара и 70 килограммов муки. Собирать удивительную конструкцию вызвали из 12 вологодских предприятий общественного питания. Сооружать масленицу, состоящую, кстати, из 2015 блинов, будут на центральной площади Вологды. Свидетелями события станут 1000 вологжан и гостей города. Им же и предстоит продегустировать получившееся произведение. Мария Поздеева, Вологда-Портал.